Всем мастерилкам большой привет! Сегодня у нас с вами поделка. Маленький бумажный питомец. И для него еще мы сделаем домик. Кто понял из названия видео, это будет аквариум для рыбки. Все материалы, которые нам сегодня понадобятся, находятся на столе. Это дырокол, ножницы, темный карандаш, клей, гель «Момент». Из зеленой бумаги нарезанная вот такая вот травка. Ракушечник. Если нет ракушечника, можно использовать обычный песок. Разноцветные кружки. Квадратные бумажки. У меня голубого и белого цвета. И сам аквариум у нас будет из вот такой вот коробки. Коробка эта из-под CD-диска. Ну, давайте сразу приступим. Откроем нашу коробку. Работать мы будем и на одной, и на другой стороне внутри коробки. Так, начнем давайте с ракушечника или с песка. Для того, чтобы нам его приклеить в коробку, используем клей. То есть мы сейчас с вами делаем дно нашего аквариума. Намазываем клей вот сюда вот, на нижнюю часть. И теперь насыпаем ракушечник. Пока наше дно подсыхает, мы перейдем ко второй части. Будем делать камни разноцветные из кружочков и из зеленой травки сделаем водоросли. Берем ножницы, разрезаем. Для того, чтобы у нас все хорошо держалось, мы все, что будем приклеивать на вот этот вот наш клей. И теперь водоросли. Берем одну травинку и наша задача сложить ее гармошкой. Здесь оставляем небольшой кусочек, его не складываем, где-то сантиметра полтора. И потом начинаем делать гармошку. Домик для нашей рыбки готов. Сейчас он немножко еще подсохнет. Мы пока сделаем рыбку. Берем нашу заготовку, складываем ее в диагональ. Один раз открываем, складываем второй раз. Диагональ. И открываем снова и складываем пополам.
снова открываем. И теперь вот эти две стороны, то есть верхнюю и нижнюю, мы должны сложить внутрь. Вот таким образом. И нижнюю тоже внутрь. Поправляем, чтобы носик у нас был острый. Все, сложили. Так, теперь хвостик у нас складывается вот так. Переворачиваем и делаем плавнички. Они уже поменьше. Так, вот такая вот у нас рыбка получилась. Теперь мы с вами возьмем дракол, снимаем нижнюю часть, берем бумагу белого цвета и сделаем один кружочек. Это у нас будет глаз у рыбки, мы его приклеим, и еще мы ей сделаем пузырьки, наклеим, она же дышит. Вот мы сделаем ей пузырьки. Ну давайте штучки 3. 1, 2, 3. Так, отложим, приклеим чуть позже. Пока глаз. Теперь берем наш аквариум. Рыбку мы будем приклеивать вот сюда. И потом закроем. Но сначала вот эти вот наши пузыри. И рыбку тоже мы фиксируем. Берем темный карандаш, прорисовываем глазик. Ну и можно нарисовать улыбочку. Можно еще и нарисовать какие-нибудь узоры. Главное подождать, чтобы все хорошо просохло, лишний ракушечник или песок осыпется, а все, что успело приклеиться, будет держаться. Теперь мы закрываем всю эту нашу конструкцию. И вот он у нас такой аквариум. Можно поставить на полочку и любоваться.